Взаимодействие детского сада и школы, использование инновационных технологий в работе с воспитанниками, региональный проект «Предшкола» – эти и другие вопросы обсуждались на педагогическом форуме, в котором приняли участие более 50 работников образовательных учреждений муниципалитета. Всегда на этих форумах происходит живое общение, то есть коллеги делятся какими-то практиками, наработками, обсуждают вопросы. Вот. А потом сегодня на форуме мы постараемся поделиться новым оборудованием. Перечень этого оборудования был разработан специально для реализации проекта предшколы. Под руководством заместителя директора по воспитательной работе Видновской школы номер 7 Татьяны Антоновой три дошкольных отделения. На форуме педагог поделилась с коллегами опытом работы по федеральной образовательной программе, которая успешно применяется в детских садах их учебного заведения. Мы являлись опорным комплексом по разработки данной программы. И с 1 сентября все детские сады переходят на новую образовательную программу. 60% уже были, скажем так, написаны за нас. Это федеральная образовательная программа. И 40% каждое образовательное учреждение составляло само, учитывая интересы своего учреждения, может быть, какую-то углубленную работу по какому-то направлению. Августовский форум традиционно проводится в преддверии 1 сентября. В этот день педагогические конференции прошли также на базе нескольких видновских школ, дав старт новому учебному году. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Максим Константинов, Видное ТВ.